Всем дофига, как бы привял. Боюсь спугнуть эту Яны Кошкинскую красоту, но тем не менее придется немножечко испугнуть. Как сделать красивые бровешни без использования салонов? Потому что салоны, как выяснилось, они созданы не для того, чтобы улучшать нашу бьюти нас и красоту, а чтобы зарабатывать деньги. Банально, ужасно, ну, я не знаю, ну как типа можно так. Не могу выдавить слезы, да и похер. А что о вас говорят ваши брови? Ничего. Потому что это волосистые волосы. Это просто вот, если вы посмотрите, там просто волосня и все. Они не могут говорить. Говорит рот. У человека вот ротовое отверстие, туда можно есть и говорить. А в брови нельзя ни есть, ни говорить. Я не очень хорошо разбираюсь в географии, но мне кажется так. Я как профессионал, я замечаю, что есть люди с абсолютно некрасивыми антифэшн с бровями, и вы тоже это можете заметить, если вы, ну, смотрите элементарно в зеркало. И, ну, матушка природа, она как бы не успевает всем дорвать красивые фэшн-брови, потому что, ну, уже она, видите, что, ну, кому что уже выдает просто, ну, типа, какие-то подростковые усы вместо бровей уже у людей. Ну и надо что-то с этим делать. И мы будем что-то с этим делать. Вы. Это не надо, я-то красивая же. Модно брови вот так всю бровешню зачесывать назад туда, на спину. И если не хватает что зачесывать, можно немножко, да, подрисовать. Немного. Вот так дорисовываю волосулечки. И если лысина, можно чуть-чуть дорисовать вот здесь волосистые волосы. Ну, потому что волосы, они... Боже. Может быть, я картины начну писать какие-нибудь. Далее, девчули, берем в руки. А руки это вот эти части вашего туловища. Это руки это как верхние ноги, да? То есть, если сверху, то это руки, скорее всего. Если как бы из жопы растут, то это, может быть, и тоже руки. Может быть, я не так и объясняю как-то. Берем в то, что вы, чем можете вы взять, берем в эти части туловища вот такую чесотку. Это чесотка, это заткнись, пожалуйста, блин, я записываю видео, блин. Чесотка это не болезнь, сифилис это болезнь. Не надо мне объяснять, блин. Посмотрите в справке, блин, у меня, потом объясняйте, блин. Что-то я не видела, чтобы мне врач в справке написал, что у меня чесотка, блин. Да, да, на секунду, тоже проверься на всякий случай. Берем чесотку и зачесаиваем. А перед тем, как зачесаивать этой чесоткой брови как бы наверх, да, девчули, берем лак для волос и наносим на чесотку. Это не лак для волос, это освежитель воздуха. Это чтобы говной не воняло. У меня брови не говняют воней. Не это, лак, найди лак, мне нужен лак. Девчули, вот что бывает, когда отправляешь мужчину за лаком для волос, и он покупает тебе лак. Все в порядке, конечно, все в порядке. Я изначально знала, что ты долбоеб. Да, и какая разница, какой лак? Что теперь, и тьюториал не делать, что ли? Наносим лак на чесотку, на нашу, и залачиваем. Можно, наверное, сразу залачивать вот так. Ну, родинку чуть-чуть так сделали. И зачесываем наверх уже, что там осталось у вас. Как будто Джокер, блин, собрался убивать кого-то, кто вместо лака для волос купил лак для ногтей. Вместо ботокса можно фиксировать просто. Лак для сексуального объема. Ну, девчули, объем не помешает, я вам говорю. Объем. Вот так. Сисяу зафиксировали. Ну что же, на этом мой тьюториал сегодняшний. И все. А в следующий раз я расскажу вам, как при помощи лака для волос уложить ламинат. Берегите себя. От себя.